Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске состоялось 22-е заседание Национального собрания Республики Западная Армения. 2 июня состоится конференция «Черное море. Сердце Европы». Нервная реакция РФ произошло неизбежное. Израильское оружие в Арцахе. Соглашение с Россией. Доклад бывшего консула Турции в Ливане Фатина Зорлу об армяно-курдских проблемах. Центры ассимиляции в Дерсиме. Экологическая платформа Малати против мародерства природы. 25 мая 2022 года состоялось 22-е заседание Национального собрания Западной Армении, в котором приняли участие 18 депутатов. Обсуждены вопросы повестки дня, проект закона государства, признавшее независимость Республики Армения на территории Западной Армении, деятельность, связанная с внутренним регламентом Национальной Ассамблеи Республики Западная Армения. Заседание открылось выступлением президента Армена Кабрамяна, так как по просьбе депутатов Армена Кабрамяна выступать в последнюю неделю каждого месяца. После выступления президент ответил на вопросы. На заседании также обсуждались меры использования государственных символов. Национальная ассоциация армянских ветеранов, полномочный представитель патриотических объединений «Долго памяти», Французский союз ассоциаций ветеранов и жертв войны приглашают принять участие в конференции «Черное море. Сердце Европы». Спикер Арменак Абраамян, председатель Национального совета Западной Армении. Конференция начнется в четверг, 2 июня 2022 года в 10:30. Конференция будет проходить согласно протоколу. Министерство иностранных дел России вновь нервно отреагировало на переговоры Мишеля Пашиняна и Алиева в Брюсселе. В прошлый раз МИД России заявил, что в Брюссель хочет освоить процесс, начатый Россией. В форматах Брюсселя и Москвы обсуждаются одни и те же вопросы, за одним исключением. Запад, США и Евросоюз заявляют, что арцахский вопрос не урегулирован и признают право народа Арцаха. Но руководство РФ заявило, что арцахский вопрос решен и вопроса о статусе нет. Реакция России, несомненно, связано с фактом утраты монополии на Кавказе и, главное, лицом к лицу с Арменией. После событий в Карагулухе и признания Лаврова, что США и Франция защищали интересы Армении в отмененной Минской группе, Россия больше не может прикрываться Баку. А ситуация на Кавказе не зависит от России с того момента, как была развязана совместная операция с турками против Армении. Израиль запретил Германии поставку в Украину ракет «Спайк» своего производства. Об этом сообщает Axios. Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Тель-Авив обеспокоен тем, что российские войска будут убиты оружием израильского производства, что может привести к тому, что Россия нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии. Как мы замечаем, сирийский вопрос также присутствует в войне против Украины. Россия обеспечивает интересы и безопасность Израиля, в том числе при нанесении ударов по Ирану. Военным объектам. Взамен Израиль не присоединился к санкциям против России. В войне 2020 года против Армении Израиль поставил Баку оружие, от которого погибли армянские солдаты. Таких опасений у Израиля в то время не было, так как он снова действовал на сирийской основе, в договоренностях с Россией, о которых в процессе были многочисленные разоблачения, на которые неоднократно ссылалась газета. Кампания 2020 года против Армении также преследовала антииранские цели. Историк, академик, профессор Саид Чатиноглу сослался на доклад бывшего министра иностранных дел Турции, бывшего генерального консула Турции в Ливане Фатина Рушту Зорлу, который был представлен 19 мая 1944 года. Содержание доклада основано на армяно-курдских проблемах, о которых 8 мая того же года была опубликована в статье, выдаваемой в Бейруте курдской газете. Подробнее об этой статье на нашем сайте. 12 сентября Кенан Гювен, назначенный губернатором Дерсима, запустил проект «Одна мечеть в каждой деревне». И теперь в губерниях в разных частях города создаются ассимиляционные центры. Отметив, что государственная политика ассимиляции в Дерсиме продолжает усиливаться день ото дня, сопредседатель Альянса демократов Муса Кулу заявил, что цель государства – уничтожить веру, язык и память жителей Дерсима. Государство вместе с веренными ему так называемыми оливийцами пытается положить конец оливизму в Дерсиме. Не случайно 500 лидеров были отправлены в паломничество из Дерсима в Мекку. Государство пытается положить конец оливизму в Дерсиме, разрабатывая различные стратегии, сказал Навин Камилоглу, добавив: «Мы очень хорошо знаем, как проправительственные люди работают в Дерсиме. Все это направлено на изменение социальной структуры Дерсима».
селе Харунушах, Малатия, Западная Армения состоится общественное собрание в связи со строительством водохранилища и шахты в селе. Перед встречей экологическая платформа Малатия обратилась к общественности со словами: «Мы приглашаем всех, кто борется за защиту окружающей среды, поддержать нашу справедливую борьбу. Следует отметить, что начат процесс оценки воздействия на окружающую среду, в рамках которого в район вышеупомянутого села прибудет делегация специалистов. Помимо исследования проведут слушания с жителями и другими участниками собрания. Присоединяясь к этому призыву, обсуждая любое посягательство на природу, правительство Западной Армении решительно выступает против любой незаконной деятельности на своей территории». Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.